Всем приветики! Сегодня у нас такая небольшая болталочка, хочу поболтать с вами. Сегодня у меня последний день, как я отдыхаю спокойно. Ну, возможно, сегодня последний день, возможно, завтра. Со свекровью мы еще больно не разговаривали. Кто знает, я отдыхала все эти дни, а Дима находился с ними, поскольку они очень давно уже не приезжали. То есть они прям вообще в прошлом... Ну, чтобы вот они остались ночевой... По-моему, это было либо 8 марта один день, вот я не помню, либо это было в прошлом году по осени, когда мы там ездили на теплоходе, все такое вот. Вот, по-моему, даже вот тогда. И, естественно, она сама позвонила, сказала, что она может приехать надолго, недели, на две даже. Я говорю, давайте на две. Вот, потому что за время ремонта я очень сильно устала, очень сильно вымоталась. Ну, все равно устаешь, все равно как бы вот не стараешься вроде себя подбадривать, там ложишься спать пораньше, чтобы выспаться, с утра просыпаешься, все равно не высыпаешься нифига, все равно устаешь. Целый день с ребенком, конечно, вроде вот только позавтракал, он уже хочет кушать, обедать. Вроде накормил, уложил спать, два часа, там час поспал, проснулся. Отдохнуть не успеваешь, нужно приготовить, нужно это, то, сё. Но все равно устаешь, конечно, устаешь. Вот. И вот сегодня у нас последний день, немножечко себя чувствую неважно сегодня. Вот, но я хочу... Вы знаете, вот я сейчас лежала на кровати и думала, жалко, у нас нет в городе какого-то большого леса, чтобы он был, понимаете, не где-то на окраине нашего города, а вот в середине. То есть я живу в центре нашего города, не где-то там, где-то далеко, там, в той стороне или в той стороне, а в самом вот центре живу. И получается, что здесь у нас ничего нету. Есть парк, как же он называется? Забыла. Есть ботанический сад. Вот. Но там уже он такой, недавно приезжал, он уже такой заросший, неухоженный. Такой, это тут... Одному ходить, наверное, страшновато. Хоть там и ходит один охранник на весь ботанический сад, но нет. А, есть загородный парк, но он находится у нас в таком месте, что вот отсюда из дома, ну, то есть вот сейчас я нахожусь у мамы, от мамы я живу где-то в двух шагах. Вот, поближе к остановкам, чем она, например. То есть от меня, да, ну, от мамы, да, от меня... А чтобы туда доехать, это надо с пересадками. То есть это очень сложно. А мне вот, например, знаете, вот как бы хотелось, чтобы, допустим, вот так был большой лес, а вокруг него вот так город. Представляете? Вот, чтобы вот туда вот ходили все транспорты. Со всех вот частей. Как было бы здорово, представляете? Он бы, допустим, был бы загражденный, да, там охрана была бы. Чтобы не мусорили, убирались, да, вы приходите... И там лес, и там запах леса, вот этот аромат сырости какой-то, зелени, цветочков. Ну, блин, мне так этого не хватает уже очень-очень давно. Раньше мы в детстве всегда ходили, когда дедуля был жив, всегда ходили в лес за грибами, с дедулей вместе, с бабулей, с сестрой, там все вместе, соседи там иногда с нами. Сейчас уже... Идти одной в лес на даче, например, страшно. Ну, честно, страшно. Мало ли кто там пойдет еще. Там какой-нибудь мужик, там что-нибудь ему потом в голову взбредет, увидит девушку там в лесу. Неизвестно, ну, страшно, реально. Может быть, раньше, не знаю, мне было так страшно. Вдвоем, наверное, всегда все ходили. Мне страшновато, честно. Вот. А был бы вот это такой вот лес охраняемый. Но сейчас, кстати, я лежала, думала не об этом. Я лежала и думала, хорошо бы сейчас пойти мне куда-нибудь просто в какой-нибудь парк. Но что-то в последнее время лавочки для меня стали там очень неудобные. Не знаю, может быть, я так поправилась, что они такие неудобные. То ли они... Просто я отвыкла сидеть на лавочках. Вот я сейчас бы подумала, была бы какая-нибудь такая зона закрытая, но бесплатная. Чтобы вот прийти в что-нибудь, какой-нибудь мягкий диванчик на природе там... Просто пришел, сел, там поковырялся в телефоне, там покопошился, там что-нибудь поделал, так посидел, подышал свежим воздухом и пошел дальше, охраняемое, да? То есть, чтобы там никто ничего не рвал, как это обычно у нас бывает, царапают, там рвут, там, ну,
Это же Россия, как же? Надо же о себе след какой-то оставить. Надо обязательно разорвать что-то, порвать, залезть куда-то, украсть, утащить, отрезать там и так далее, да? Вот жалко, что у нас такого нет. Вот я сейчас просто вот сижу, прям и думаю. Идти гулять по магазинам. Я за это время очень, кстати, тоже походила немножко по магазинам, но, видимо, вот настолько у меня дома уже просто вот все есть для хорошей, счастливой жизни, что мне уже ничего не надо. Если, допустим, в прошлом году мы с вами отдыхали, я снимала, как я ходила по магазинам. Тогда не было, кстати, много охраны. В космопорт я приехала, охраны там прям вообще просто очень-очень много. Не знаю почему. Раньше такого, мне кажется, не было. Не было столько охранников. Ну, в каждом магазине, понятно, он есть. Так они еще и в коридор выходят, их полно там. Вот. И все смотрят, все заняты там чем-то, за кем-то там, я не знаю. Вот. Ну, что-то там вам поснимала частично. Вот. Вот, в магазинах, да, я там в этот раз чуть-чуть купила. Одежда как бы у меня уже есть. А хотела я найти какой-то комбинезон, шорты, чтобы вот здесь был комбинезон. Кстати, я в новой маечке нахожусь. Вот у меня новая маечка. А не новая, прошлогодняя. Но я в этом году ее не одевала, потому что от нее шорты. Шорты от нее на... Да что ж такое? Она все равно съезжает. Во. Шорты от нее на высокой посадке мне стали малы чуть-чуть. В прошлом году они прям висели, в этом году малы. Я хотела, думала, пока я буду у мамы, я похудею немножко, но нет. Мама, то что-то приготовь вкусное, наешься, то вечером шоколадку съешь. Вчера я вечером выпила половину 33% сливок. Мне прям захотелось жутко. Короче, похудеть у меня не получилось. Никак. Не знаю, может, это дома похудеем. Вот. Ну, купила я там, честно говоря, по мелочи. Потом я вам все это покажу уже, наверное, дома. Потому что я часть вещей отнесла домой. Свекровь, конечно, меня обругала, что я опять тащу вещи домой, что я опять что-то покупаю, что у меня там якобы много хлама. Хотя я очень-очень много хлама выкинула. Была я, кстати, недавно в магазине какая-то там Мэй, я не знаю, как он называется. Там сказали, типа, если вы старые вещи свои принесете, то дают купон на 20% скидку, чтобы купить новые вещи. Я потом подумала, блин, ну я же хотела принести старые вещи. Я же думала об этом, принести мешок старых вещей своих, чтобы получить скидку. И я забыла. Блин, я просто забыла об этом. Я думаю, интересно, что они делают с старыми вещами. Утилизируют их, но, не знаю, мне жалко, мне бы хотелось там вещи... Многие у меня были очень хорошие, с ценниками даже, которые я так и не начала носить, на которые уже мода прошла, и которые, наверное, уже мне не нужны, потому что я купила новые в прошлом году. Вот, в этом году, ну, да, купила довольно мало. Ничего почти не купила, искала я себе мыльницу. Мыльницу я себе не могу найти уже так лет, наверное, 7-10. 5-7-10, да, где-то вот так. У меня нету мыльницы, не могу найти. Думала делать сама свою. Свою тоже делать никак не начала. Все, не могу обдумать этот момент. Вот, ну, так, все есть уже. Есть уже все. Хлама остается уже мало. Дома осталось еще чуть-чуть прям прибраться мне. Там пару коробочек осталось их разложить, убраться в шкафах чуть-чуть. И, в принципе, уже все. Уже можно спокойно жить, спокойно отдыхать. Вот, осталось прям немножечко. Да, кстати, на днях мы еще ходили с мамой в текстиль, в Экспо Волгу. Там привезли разные такие вещи, которые одеваешь дома. Как она там? А, домашняя одежда. Да. Вот, ходили мы искать мне плед. Я хочу найти себе плед на кроватку. Но... чтобы он был легкий, потому что у меня двухспалка, плед, а кровать полуторно-спальная. Его приходится вот так вот пополам складывать и накрывать. И этот плед, он, видимо, настолько натуральный, там, такой хороший, ну, он качественный, такой хороший материал, что он очень сильно тяжелый становится для меня. Не знаю, может, после отдыха я приеду, он будет не настолько тяжелый. Может, просто я устала так сильно, не знаю. Вот. Ничего не нашли. Я нашла... Нет, плед я этот уже нашла в Альберсе. Его выбрала, мне понравился.
Но сегодня я узнала, что, оказывается, его уже года полтора нет в наличии. Не факт, что будет. Вот. И теперь я думаю, что надо, наверное, искать какой-то другой плед. Ой, не плед, а покрывало. Покрывало на кроватку. Вот, чтобы купить. И постелить. Чтобы было у меня красиво. Потому что тот уже старый, свекровь была, я свекровью пришла. Этот плед уже опять, я его стирала недавно в машинке. Его уже измазали зеленкой. Его уже изрисовали фломастерами. Вот теперь я сижу, думаю, наверное, если я куплю себе новое покрывало, мне придется его прятать, скорее всего, от свекрови, потому что они за ребенком не следят, и ребенок все разрисовывает. А покрывало, которое мы купили новое на кроватку Диме, а свекровь его кладет на пол. То есть, вы представляете, абсолютно чистое покрывало, которое кладется на кроватку ребенка. То есть ребенок в кроватке спит голышом, бывает, да. Полы, знаете, вот честно, полы, сколько их не мой, они все равно остаются грязными, все равно на них есть пыль, пыль там от ног, на ногах там, может быть, всякие грибки, да, там вот все такое, да. Все равно же ходишь голыми ногами, тем более там сейчас жарко, да, я видела, что они ходят голыми ногами по полу. С улицы там приходят, с улицы, то есть они раздеваются не там в коридоре за дверью, они раздеваются в самом коридоре, обувку снимают, то есть ребенок по этой грязи проходит, приходит в свою комнату, этот плед лежит, на пледе появляются вот эти вот микробы на полу, плед лежит почему-то, непонятно зачем вообще. И потом она этим пледом покрывает детскую кроватку. И получается, что на детской кроватке тоже есть эти микробы, а ребенок спит голышом. То есть, ну... Блин, да, может быть, конечно, все заморочено. Можете сейчас сказать, Наташа, ты что-то прям вообще все заморочено. Но когда дело касается ребенка, то я стараюсь, чтобы он не зацепил никакую инфекцию. Потому что, ну, блин, ее реально можно. Вот, допустим, у них ребенок недавно там, ну, они ходят на детскую площадку. На детской площадке ребенок ободрался очень сильно, причем так конкретно содрал кожу на ноге, там, ну, чуть меньше сантиметра, но она прям вот реально она была видна. То есть я прихожу, я вижу, что там что-то у ребенка на ноге красненькое. Я говорю, а что такое? Содрал. И я вижу, что она вокруг ничем не обработана. То есть он ободрался на детской площадке. Почему нельзя было зеленкой обработать, йодом обработать? Ну, мало ли, там, заражение крови бывает, да? Но все равно же всю жизнь, в детстве, даже мы с вами были в детстве, нам родители всегда зеленкой, йодом обрабатывали. Почему не делают этого они, я не понимаю, вот, честно, не понимаю. Кругом полно микробов, там куча всего, они этого не делают. И попробуем, скажи, а свекровь сразу выскажет, а что, не знаю, что ли? Да ладно, ничего страшного не будет, ну, подумаешь, вирус зацепит, господи, ну, поболеет ребенок, ну, и ладно. Наверняка это будет вот так вот. Я стараюсь, что наоборот, у меня такого не было. Ну, зачем, допустим, заражение крови, да, то есть это переливание крови, это все сложно, это все долго. Там человек болеет, да, там вот, ну, зачем это? Не знаю, напишите в комментариях, права я или нет. Напишите, интересно. Мне кажется, что права. Каждый родитель для своего ребенка старается сделать лучшее. Ну, любящий родитель. Не знаю, может, бабушки, дедушки, наоборот, стараются, чтобы ребенок что-то зацепил, заболел, там, переболел, там. Не знаю, мне недавно, кстати, мама сказала, что чем больше ребенок болеет, у него в организме появляется больше антител, что ли, вот этих вот, как они там называются. И они накапливаются, 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 а потом ребенок перестает болеть, потому что они уже есть в организме. Не знаю, правильно я это сказала или нет, но что-то типа такого, немножко я была в шоке. Думаю, теперь понятно, почему потом, когда дети походят в садик, там год-два, потом перестают болеть, потому что, оказывается, вон оно чего. Вот. Тоже такое у меня тут. Немножко у меня прическа здесь другая стала. Вот. Через камеру такие волосы прям такие темные, такие красивые, такие прям это... А на свету где-нибудь посмотрим, господи, что у меня на голове. Ну, тут уже волосы вот у меня отросли, свои уже идут. А вот здесь тут еще красный. Это не красные, а как их старые волосы. Крашеные, да. И когда смотришь где-нибудь на свет, сфотографируешься где-нибудь или на свету смотришь свои волосы, то видишь, что они такого темно-красного какого-то цвета, какие-то они рыжие, как будто вот они
первая краска, когда там была у меня покрашена, не получилось, у меня рыжие почему-то. Вот. И вот вся краска потом слезла, и они такие же остались. Не знаю, пока краситься не буду. Очень хочу покраситься, очень хочу, но волосы еще немножко выпадают, немножко еще ломаются. Кончики у меня, оказывается, ломкие. Там сколько они уже растут. То есть у меня уже волосы, когда я красилась, отросли уже где-то вот на этом месте, наверное. То есть вон сколько отросло. Но волосы при этом остались на той длине, которые были. Они, оказывается, просто ломаются. Может, ломаются, потому что здесь покрашены они несколько раз. Читала я, что, может быть, воды я мало пью. Уж дома старалась пить побольше воды. Вот. Ну, как-то так, короче. Пока они болеют, пока рано, они еще такие довольно тонкие, безжизненные они такие. То есть у меня всегда были волосы очень густые, красивые такие, до рождения ребенка. Прям шикарные были волосы. Сейчас уже прям стали какие-то. Ну, тут вот кажется, что как будто, да, вот их много. Но сейчас голова грязная еще у меня. У нас горячей воды нету. Я мыла пару дней назад голову. Сейчас сложно помыть ее. Помыла бы с радостью. Но сложно. Сложно поливать вот это вот все. Вот. Тем более сейчас я нахожусь у мамы. Дома мне как-то удобнее, конечно, дома у себя дома. У мамы не так удобно. Немножечко дискомфорт какой-то есть. Вот. Сколько мы там с вами болтаем? 17 минут. Вот. Так вот. Хотела я недавно пошла... Охрипла все равно чуть-чуть. Пошла я вчера... Не вчера, а на днях в ДНС хотела купить батарейку для вот этой вот камеры. Нету. Наличия нету, оказывается. Надо заказывать, видимо. Хотела купить заодно отдельное зарядное устройство, потому что каждый раз включаешь камеру, то заряжаешь одну батарейку, потом заряжаешь вторую батарейку, опять заново включаешь. Ее там разряжаешь. Думаю, что я каждый раз мучаю саму камеру. Было бы здорово, если бы вот какая-то была там такая вот штучка, где вот эти вот все батарейки вот поставил, там еще вот штучку, да, третью купить поставил. Поставил туда на зарядку, она зарядилась там за ночь, например, за какое-то там время, и все. Что нам учиться каждый раз, правильно? Камера хорошая, мне прям нравится она. Качество очень прям нравится. Я, кстати, недавно смотрела на YouTube свои ролики до лета 2019 года, когда я снимала на камеру Canon. У меня еще вторая камера есть. Качество, честно, ужасное. Ужасное качество. Мутновато, какая-то рябь периодически скачет, там что-то еще. Вот. И потом посмотрела, когда уже летом 2019 года также, когда я снимала уже на эту камеру, качество гораздо лучше. Я не знаю, почему вот именно камеры Sony не все любят. Ну, качество реально офигенное. Плюс она легкая, то есть ее в дороге брать куда-то, она... Вообще прям легко. Та камера, она гораздо тяжелее, вроде качественнее должна быть. Вот. Ну, что-то мне не нравится, людям всем нравится. Единственное, та камера может записывать хорошо звуки. Вот единственное. Допустим, в лесу где-то пение птиц. Она может записать где-то там отдаленно там. Ну, то есть человек слышит, и она слышит. Вот это вот, ну, не настолько у нее такой звук. Как бы, чтобы, если что-то записываешь, надо говорить громко. Если записываешь тихо, она может, ну, так услышать немножко. Вот. Та камера лучше слышит. Микрофон получше. Вот. Но качество мне не нравится. Вот. И у нас с вами, кстати, скоро путешествие. Через пару дней, нет, в конце этой недели мы уезжаем в путешествие. Надеюсь, все хорошо будет, и мы уедем. И, честно говоря, я хотела купить вторую такую же камеру, потому что бывает, вот, да, зарядки, я говорила, у меня нет. То есть это камера на зарядке, мне нужна вторая камера, которая, пока это заряжается, да, я начну записывать на ту камеру продолжение. Пробовала я писать на ту старую камеру, половина она роликов стирает. Половина стирает, я не знаю почему, но она стирает зачем-то их. Вот, и то есть за ночь, получается, эта камера заряжается за 2 часа, та камера дольше гораздо, в прошлый раз я ее разрядила, поставила ту камеру заряжать, она у меня заряжала полдня. Полдня, да, часов 6 или 7, или даже 10 часов она заряжала. Я думаю, боже мой, думаю, что с ней происходит, почему она до сих пор заряжает? Но я ей не пользовалась уже целый год.
так долго заряжать, думаю, кошмар какой. Вот. В итоге я ее выключила, потому что уже время был вечер, мне уже спать было ложиться. Я думаю, что ее оставлять на всю ночь, что ли? Думаю, что такое вообще кошмар? Думаю, надо будет ее разрядить, рано утром поставить, и чтобы она до позднего вечера заряжала. Или с вечера ее там поставить, а до в ночь разрядить, чтобы она всю ночь заряжала, потом целый день заряжала. Не знаю. Проще бы, конечно, я думала, ту камеру все-таки продать надо, скорее всего, потому что аккумулятор, допустим, для той камеры стоит 10-15 тысяч. 10 тысяч, по-моему. Он стоил 5 тысяч, стал 10 тысяч стоит. Но это я цену смотрела еще позапрошлом году. А вот аккумулятор, то есть батарейка аккумулятора на эту камеру стоила в 2019 году 3 тысячи, сейчас она стоит 3,5, 2021 год. То есть она особо не увеличивается, это классно. Вот. Ну, камеры, конечно, сами подороже стоят. Если мы покупали за 16, то сейчас она стоит 17 или 18 тысяч. Ну, это дорого, конечно, почти 20 тысяч. Кто бы мне ее подарил, такую вторую камеру, я была бы, наверное, безумно рада. Может быть, когда-нибудь какие-нибудь у меня появится заработок, какой-нибудь деньги появятся. И, быть может, и еще, может, канал у меня немножечко разовьется. Я очень надеюсь на это. Знаете, вот мне канал мой полностью устраивает. Но вот если бы у меня было на одном ролике 350 просмотров, я была бы, наверное, самой счастливой. Правда, мне много не надо. 350 – это достаточно. Есть многие люди, у которых есть 350 просмотров на каждом ролике, но при этом они несчастны. Они хотят больше, больше, больше. 20 тысяч, там, 50, 100 тысяч должно быть просмотров. То есть им мало, и они в итоге просто закрывают свой канал, бросают канал и уходят. Вот. Взаимные подписчики, кстати, когда мы искали, я сейчас очень много увидела, что много побросало своих каналов. Может, по этой причине, может, по какой-то другой, может, появилась известность, начали узнавать на улице, подходить постоянно, спокойно не погуляешь по улице, все подходят, да давайте сфоткаемся, давайте сфоткаемся. Может, поэтому, когда создаешь канал, ты об этом не думаешь, правильно? Не думаешь же? Не думаешь. Вот. Там, ладно, типа, это известность, вау, вау, известность, там, деньги заработают, там, ну, наверное, как это обычно думают, и все. Как там семья Бровченко, они на улицу выходят, их часто узнают. Сфоткаемся, давайте, сфоткаемся. Там какие-то вопросы задают, сфоткаемся. Там толком, наверное, не погуляешь, но они уже привыкли. Хоть, слава богу, не бросают свой канал, а развивают его, выкладывают ролики. Не каждый день, но там по-разному бывает. Через день, каждый, ну, бывает и каждый, наверное, день, не помню. Вот, то есть, когда вы создаете ролик, надо задуматься о том, что у вас может неожиданно прийти известность. И вас будет узнавать в вашем городе. Вот. Ладно. С вами мы поболтали. Давайте пока-пока. Пойду я сейчас что-нибудь буду думать. Не знаю. Ехать просто в какой-то парк. Сейчас у нас жарище стоит. В какой-нибудь парк поехать. И там посидеть на лавочке. Недавно посидела на лавочке, а потом еле доковыляла. У меня так нога разболелась. Я думала, я не дойду. Я думала, мне палочка сейчас понадобится, чтобы дойти. Или костыль какой-нибудь. Вроде молодая девушка, ощущение было, как будто старая старуха, где-то там 90-летняя, где-то посидела, разболелись ноги, еле доползла до дома. Было такое ощущение. Поэтому что-то сейчас идти и просто сидеть где-то на лавочке, мне уже становится, честно, страшновато. Потому что нога еще сейчас до сих пор побаливает немножко, хоть я и мазала кремом. Никогда такого в жизни не было. Сколько я там просидела? Часа полтора я просидела на лавочке, ну час точно. Около фонтана, так было хорошо, в телефоне покопошилась, что-то там записывала, какие-то у меня там идеи разные приходят, а в телефоне записываю, там все, пофоткала, помечтала, посидела, так хорошо. Встала, идти не смогла, села обратно, думала, наверное, я отсидела ногу. Но нет, думаю, ногу на ногу я не сидела, сидела спокойно, как обычно. Посидела, а там еще неподалеку мужик сидел, ну, смотрел в мою сторону. Я, значит, посидела. Ну, так ногой так подергала. Да вроде не онемела, нормально все. Встала, пошла. Понимаю, что я не могу идти, что мне, что меня сейчас просто подвернет, и я шлепнусь. И с другой стороны, я понимаю то, что я нахожусь в таком месте, который транспорт до дома не идет. До моего. То есть это с пересадками надо идти. Ну, это дойти надо, да, это с пересадками на транспорте. Ты можешь добраться до дома.
То есть до этой остановки нужно еще дойти. Блин, это было сложно. Я еле доковыляла, еле-еле. Уже ближе подходя домой, мне нужно было зайти в магазин. Я думаю, идти или не идти. Ну, вроде так это, в принципе, иду нормально, расходила ногу немножечко, но все равно чувствую что-то, ощущения не такие. Ну ладно, нет, думаю, я планировала идти в магазин, надо все-таки зайти, а то потом времени не будет. Пошла. На следующий день уже нога побаливает, реально побаливала. Но почему-то получалось такое ощущение, что вот чем больше ты ходишь, тем меньше она болит. Стоит где-то присесть отдохнуть, снова встать, пойти, она начинает болеть сильнее. То есть это было почему-то вот так вот. Вот, сегодня там вчера, сегодня, да, вчера вечером, позавчера вечером я ногу мазала кремом разогревающим. Видимо, мышцы подтянулась какие-то. И сегодня она уже поменьше болит, чем, допустим, позавчера или позапозавчера. Вот такая вот необычная старость приходит. Старость, она приходит постепенно, видимо. Вот. У меня она, кстати, уже начинает приходить. У меня уже есть вот тут вот седые волосы. Вот тут вот вы увидите. Поэтому у меня немножечко тут прикрыто. Причем, интересно, так седые волосы пошли тремя полосами, как будто я покрасилась. Так, одна полосочка, вторая полосочка и третья полосочка. Как будто прям вот милирование какое-то у меня. Когда начинает сильно дуть ветер, это вот волосы уходят у меня туда, и здесь вот видны вот эти вот полосочки нестандартные. Ну, в принципе, сейчас на седину мода, поэтому можно все это завернуть сюда и спокойно ходить, типа показывать, а, я модная. И все. Так, сколько у нас там времечки-то? О, у меня уже 12 часов доходит, мне никто не звонил. Не знаю, позвонит ли сегодня свекровь. Мы договорились то, что я отдыхаю до 22-го. Ну, ролик, понятное дело, он выйдет с большим-большим-большим опозданием, потому что там дома не успеваю монтировать. Вот ролики я вам пытаюсь сделать максимально коротенькие, чтобы вы смотрели, побольше просмотров было. Ну, пока что-то... Честно говоря, мне кажется, что у меня канал находится в каком-то спящем режиме уже последние, наверное, года 2-3. Почему мне вот так начинает казаться. Вот. И поэтому, наверное, я буду какую-то тематику канала немножечко менять. Он есть, конечно, канал, это супер, это классно, но надо, видимо, что-то поменять. Не знаю, почему вам не нравятся мои влоги, вроде качество хорошее, интерьер хороший, то есть, ну, ремонт, все есть, все как положено, но что-то вас, видимо, вот не устраивает, не знаю, что. Написать бы в комментариях, что конкретно вас не устраивает, почему вы мои ролики не смотрите. Мне было бы интересно. Вот. Поболтала. Только вспомнишь про свекровь, тут же она вот, пожалуйста, звонит. Да, сегодня у меня последний день отдыха. Завтра она сказала подойти в 5. Завтра посплю последний день, как следует. И уже завтра, честно говоря, даже немножечко накатываются слезы, что уже у меня отдых заканчивается. Очень классно отдыхать, очень классно на самом деле, что ты можешь просто в любой момент встать, одеться и выйти на улицу. То есть с ребенком это не сделать нельзя, это невозможно сделать. Встать и выйти с ребенком, это ты, ну да, с ребенком ты выйдешь, с ребенком ты пойдешь туда, куда он тебе скажет. То есть ты не пойдешь сразу, допустим, в магазин, что-то купишь, придешь домой и скушаешь. Такого не будет. А ты сначала пойдешь куда-то там, погуляешь с ним, потом там это, еще там у него потом начнется каприз, начнется истерика, ты его берешь на руки, уставшая там вся на руках, там его кое-как дотаскиваешь до дома, дома там опять что-то начинается. Короче, это очень сложно. Если у вас нету детей, пока что, если нету детей, но вы планируете, как можно дольше гуляйте. Гуляйте на улице, гуляйте по магазинам, просто выходите, неожиданно, не сидите дома целыми днями, особенно летом. Просто сидите, резко оделись, пошли гулять. Это классно. Когда появится ребенок, такого уже не будет. Вы будете мечтать о том, о той жизни, которая у вас была. И вы будете постоянно хотеть куда-то выйти, поехать куда-то в магазин. Будет хотеться вам, особенно первое время, вам будет этого не хватать. Вот этих вот прогулок, увидеть людей. Потом там, если у вас ребенок в садик не пойдет или будет болеть часто, из садика там, или вы перестанете его водить в садик, вы будете постоянно сидеть дома. Особенно вот пандемия, да, вот сейчас коронавирус, часто сидишь дома, и когда вот
А свекровь приехала, а я ушла гулять. А просто вышла на улицу, и я поняла, что у меня появляется какая-то дикость за это время, пока я сидела дома. Какой-то немножечко страх, вышла в магазин, там много людей каких-то там. Ну, отвыкаешь от этого всего. От этого всего отвыкаешь уже, все. Вот. А когда гуляете, часто, конечно, этого, к этому привыкаешь. А тут уже отвыкла, и было немножко сложно. Переходить дорогу, например. Блин, вот для меня почему-то в этом году переходить дорогу стало страшно именно на зебре. Не знаю, то ли водители такие стали. Вот идешь, останавливаешься, машина едет, она останавливается, начинаешь переходить. Причем самое интересное, то есть вот получается, да, вот, как же вам показать, да, вот машина, допустим, это стоит, вы начинаете эту машину проходить на середине, вот тут вот, то есть середина машины, и тут он начинает резко нажимать на газ, вы скорее-скорее перебегаете, и мне постоянно начинает казаться, что сейчас у меня вот останется там нога, да, он уже поехал, то есть а моя нога еще стоит там, и он сейчас мне просто по ноге проедет. Просто пугаешься, просто несешься уже, лишь бы не сбил, лишь бы не сбил. И понимаешь, блин, я же мама, у меня маленький малыш дома. Я должна перейти дорогу аккуратно. Если он меня сейчас собьет, я попаду в больницу. Кто будет сидеть с моим малышом? Почему об этом не думает, допустим, водитель? Там у нее же дома, там может быть ребенок. Там я ее сейчас собью, потом буду там оплачивать ей лечение, потом там что-то еще. Это же все очень сложно. Почему об этом не думают? Он прямо жмет на газ, это слышно там. Такой жжж. Он поехал прям. Не знаю, на зебре очень страшно мне стало приходить. На светофоре вот как-то спокойнее, конечно, бывают тоже разные люди, разные водители, но поспокойнее на светофоре переходить дорогу. То есть вот это вот появляется какой-то небольшой некий страх. Там торопишься на кассе, вот, например, оплатил, торопишься сразу скорее уйти. Вот недавно была женщина, собрала на эти покупки, значит, в пакеты все сложила. Еще не спеша так сложила, уже начинает, ну, как бы, мои покупки пробивать, и мои покупки сползают туда, в конце кассы, рядом с ее пакетами. Она продолжает стоять там. А я не могу подойти, мне надо вот туда подойти, вот здесь уже я могу оплатить, показать карту, а я не могу, потому что она стоит здесь. И она продолжает стоять. Я так думаю, сейчас она начнет просто мои покупки себе вот так, наверное, закладывать. А я не могу подойти, потому что я плохо вижу свои уже покупки там, она стоит тут. Потом она берет свои пакеты, отходит. Так, а у меня еще небольшая тележечка. Мне надо тележку-то подвинуть, чтобы начать складывать все это. Удобно сначала сложить тележку, потом с тележки, допустим, на столик и сложить аккуратненько в рюкзак. Мне так удобнее, она стоит там. И уже так пытаешься там эту тележку как-то так продвигаешь. Уже хочется, знаете, так сказать, ну, господи, ну иди ты, ну пройди, ну чуть-чуть шаг сделай хотя бы, большой шаг сделай, отойди и встань там. Ну что ты мешаешь-то людям? И она не спеша так идет. Причем молодая женщина и старушка встанет и стоит. Вот там вот пододвигаешься, так вот подходишь, скорее-скорее складываешь. Чтоб тоже, вот, знаете, просто не задерживать людей. Они же тоже торопятся. Я и сама, допустим, тороплюсь. Мне хочется скорее там на кассе оплатить, скорее занести покупки и пойти гулять. А я вынуждена стоять и ждать, пока эта женщина уйдет. Некоторые кассирши есть, они ждут, например, пока эта женщина соберет свои покупки и уйдет. И вот стоишь, ждешь. Когда же она уйдет? А она стоит. Чего стоит? Стоит, что-то там рассматривает. Вот это прям, вот, я не знаю, меня, честно, бесит очень сильно периодически. Вот. Почему нельзя уйти побыстрее? Люди вот не торопятся. Чего торопиться-то? Они, наверное, думают, а у меня времени навал. Чего тут торопиться? Не спеша. Стоять. Отвыкаешь от этого всего. Реально отвыкаешь. Ладно, пойду я сейчас гулять. Посижу где-нибудь, наверное. Сейчас просто похожу, наверное, по району. Покупать, в принципе, мне особо уже ничего не надо. Вот. Ну, единственное, конечно... Наверное, какие-то продукты мне придется, ну, не знаю, может, завтра или сегодня. Сегодня или завтра какие-то продукты, наверное, купить надо будет домой. Что-то кушать, потому что, я не знаю, остались там продукты у меня или нет. Я видела, вчера заходила домой, видела, что у меня кабачок остался один. И, наверное, нужно мне купить фарш, чтобы сделать кабачок с фаршем или...
что-то такое, чтобы приготовить. Ну, у нас там, через несколько дней получается теплоход, но мне же надо чем-то ребенка кормить. Надо что-то придумать, продумать, какие у меня останутся продукты. Ну, если что, мы с ребенком можем выйти вдвоем в магазин, сходить. Это не знаю, какой ребенок стал после свекрови, но я думаю, это небольшая проблема. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, забыла сказать, свекровь, что она говорила? Она сказала, что у нее поднялось давление, что она очень сильно устала, что невозможно, что, наверное, скорее всего, возраст. Но самое интересное, она в прошлом году еще говорила, что в этом году, когда Диме исполнится 4, она возьмет Диму на все лето. Я говорю, ну вы же устанете. Не-не-не-не, я не устаю. В этом году уже, видимо, им не хочется, она уже возраст, но она действительно, как бы ей уже 60 с лишним лет. Наверное, уже действительно тяжело. Вот. Ну и как бы она отдыхает вместе с ним уже вторую неделю. Хотя мне там все равно приходилось иногда приходить, но вот она устала. Да, забыла сказать.